свидетельствовать. Я бы на Бог даст свидетельством днес. У Наташи есть вопрос. Наташа, има вопрос. Ну, по больнице. Относно больницы. Чтобы долго не растягивать свидетельство. И да не растягивам свидетельството. Мы столкнулись с тем, что не можем попасть к врачу. И сблыснахмися с того, что не можем попасть к до лекаря. И когда Наташа выходила, идет к врачу, ну, с Богом. И тя утива Наташа к лекаря, оказывается, с Бог. Нека Бог да не помогне. Я сказала, Господь, я ожидаю Господи, свидетельство славы Божьей. Я сейчас очаквам свидетельството на Божья это слава. И в воскресенье я обещаю засвидетельствовать. И през неделю обещавам да свидетельствам. И Наташа попадает к врачу. И Наташа попада до лекаря. И я верю, что Бог исцелит через этого врача мою сестру. Я сверам, что через тот же лекарь, то Бог что исцели мою эта сестра. А еще хотела засвидетельствовать. И уж ты искам да свидетельством. Я как-то слушала свидетельство одного брата. Слушах свидетельство на один брат. И он сказал, когда я стоял, ну, хотела жизнь покончить самоубийством. И только каза, куда ты искал да се самоубие. Меня что-то коснулось. Нечто мое докосно. И я пошел к сотруднику. Утидух при один сотрудник. Чтобы взять у него Библию. Да взема от него Библия. И, ну, свидетельство брата, да, и аминь. И твое свидетельство на този брат. Но меня коснулось, что насколько сотрудник проявил себя. Но мы докоснули того, что този сотрудник проявил себя си. Чтобы взять Библию, он пошел именно к нему. За что тут този человек и утешил именно при този человек, за да вземи Библию-то. И у меня так возревновало сердце. Я започнал да ревну вам. И я всегда прошу Бога, чтобы у кого есть вопросы. И иногда моля Бог человеку вот, някой има вопросы. Вот я хочу столько проявлять света, чтобы за Библией пришли ко мне. Я столько света искам да проявявам, че за Библията да дойдат при мен, за да я вземат. Но когда мы просим что-то, то Бог обязательно даст. И когда молим за нечто, Бог задолжительно не дава. И Бог меня сводит часто со сложными людьми. И Бог часто довеждает сложных хора в мой живот. Вот если проанализировать, мне спрашивают, ну как ты с ней общаешься, ну как и ты с ней дружишь? И понякога мы питают, как обществуешь с ней, как си приятелка с ней? Ну это Господь ведет, поэтому все принимаем но как благословение. Но Бог меня водит такая, из-за того мне се получало да обществуем с такого хора. И вот звонит мне близкая подруга, она сейчас в Италии живет. Одна близкая приятелка мне слабаждает, я сега много години живее в Италии. И она говорит, что и тот вопрос, и тот вопрос. Я не знаю, что тебе звоню, я тебе звоню. Тебя задала много вопросов и каза, не знам, за что слабаждам на теб. Очень сложно в вопросах ободрять. Много сложно да ободряваешь. Когда ты имеешь вопросы хора. Ну, особенно, когда человек плачет, когда у него проблема, когда перед ним гора. Когда человек плачет, ему проблемы. Я говорю, все будет добре. Я скажу, всичко все будет наред. И тихонечко себе молю за всю ее ситуацию. И тихо себе молю за нее тяжкие ситуации. И вот на днях она мне позвонила. И скоро тебя мне селбади. И все, о чем я молилась. И всичко, за кое-то сам себе молила. Она произносит своими устами. Тебя произносит со своей устни. Поэтому слава Господу за то, что Он в наших жизнях. Слава на Бог, что Его в нашей животе. Он в жизнях наших родных и близких. В животе на наши близкие. И я благодарю Бога. И сам благодарна на Бог. Что мы имеем такую возможность. Че имаме такава возможность. И такую честь. И такава честь. Нести Царство Божье в этот да, мир. Да, носим Божье Царство в този свят. Аминь. Аминь. Спасибо. Пойдемте, дети, помогите.